Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Прежде чем что-то сделать, эти люди надолго задумываются. Сначала им необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Очень часто человек с буквы «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения. В обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. «В» значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Носители этого имени обладают сильной энергетикой, а также имеют хорошую физическую форму. Из типичных черт характера и легко узнать по скромности, аккуратности, строгости, дисциплинированности и опрятному внешнему виду. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Эти люди всегда создают вокруг себя строгую и несколько чопорную атмосферу, которая может оказаться невыносимой для более непосредственных и привыкших к более свободному обращению людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.